друзья, может, конечно, и какая-то есть другая дорога, скорее всего, ну, потому что мы еще поднимаемся и поднимаемся. И вот такой уклон с таким вот радиусом в левую сторону сейчас вот так вот закручено все это. И мы... Высота уже 810 километров, метров. Все выше и выше. Такой вот туманный Альбион получается. И здесь ливневки. Видно в некоторых местах, чтобы дорогу не подмывало, не размывало. Все-таки, ну, когда идут дожди, стихия, это одно вот. Главное, чтобы сейчас грузились хотя бы с рампы, чтобы не открывать бок, потому что вот такой вот моросящий, такой вот неприятный будет дождик. А так под рампу стал, сзади ворот открыл, то загрузили тебя, да и все. Так, о, видите, нам встречаются коллеги. Здесь уже вроде пошире как, ну, это прекрасно. И самосвалы. Ну, я так думаю, что везут какую-то горную породу, возможно. И самое главное, за борта вот я в уровень как бы сижу по равни. Ну, я не вижу, что там у них в ковшах этих везут своих. Вот насколько, ну, люди не тем не перегружают свои авто вот так вот, чтобы через верх там бы. У нас бы это за края пока всыпалось бы, как говорится, сочей капало. Вот так вот. Ой, вот такое вот. Сейчас модно, как говорит, не то что модно, а толерантно называть вот этих людей нетрадиционных ориентаций радужные. Вот так вот. Как-то я заметил так некоторые там. Чтобы толерантно никого ничего не обидеть и вот так вот сказать, чтобы не там не оскорбило ничего. Так, а радужный человек. Вот такой вот. И вы знаете, там вот даже на доме каком-то висит вот именно эта радуга, вот такой вот флажочек. Если раньше мы это воспринимали как, ну, цветовая гамма просто, вот там от светлых к темным тонам, то сейчас вот такой у них. Вы превышаете допустимую скорость. Такое вот у них свое. Так, нам направо здесь. Это 200 метров. Нужно, и плохо видно вообще. Используйте второй крутой поворот налево. Налево. Используйте второй крутой поворот налево. А какой налево? Ты, подруга, показывает направо, а говорит налево. Вы слышали сами все. Крутой поворот налево ты. Вот так тебя и слушай. Проедьте 2,1 километра. Подруга. Так, пошли спускаться террасами такими, вы знаете, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Едет трактор, дыр-дыр-дыр. А мне с тобой надо как-то и разъехаться. А он такой вообще на телефоне. И главное везет, вот теперь я увидел, он везет щебень какой-то мелкий такой вот. Такой себе на расслабоне. Красавчик. Ну и меня где было, можно было прижаться, вот даже больше как бы вот, ну, по траве может быть даже пройтись. То есть не было такого там бордюрного камня. Ну что, прикольно. Да, если бы не дождик, конечно, вот
Ну, интересные места вот здесь вот. И главное, ты живешь, ты дышишь этим воздухом. Здесь, ну, химпроизводства такого нету, что там... Так, внизу стадион спортивный, ну, футбольный, по крайней мере. Прикольно. Как говорят, лепота. Ну да, если все просматривалось, конечно, видочки такие были бы интересные. Ну, че уж. И практически везде, где-то какие-то цветочки, клумбочки, вот так вот, каждый, ну, оно само не приклеится, само не будет, ну, это все, и в это выходные, ну, какие-то вечером, может быть, даже там занимается своим благоустройством. Как-то вот так, вот видите, какой дом, и там такие купола поставили стеклянные, ну, чтобы там светло было. То ли это гараж какой-то был или что-то такое. Ну, сверху было видно. Интересное такое решение. Опять же, вот эти вот современные инновации, да, вот как-то вот решение с тем или иным. И, кстати, вот слева, вот, пожалуйста, опять бычки тоже пасутся. Ну, такие они серые такие. 12 тонн вправо. Ну, нам туда не надо. Нам еще 3 тонны, ой, 3 тонны, 3 километра еще ехать. Скорее всего, туда будем вниз спускаться, вот так вот. Ой. Вот здесь, конечно, надо иметь автомобиль, который имеет полный привод. Через 100 метров повернуть. Почему? Повороте поверните налево. Вот эти вот подъемы, спуски, видите, как у меня увидел издалека и притормозил, знает, он не подлазит под поворот сам, где мне будет прицеп сейчас стягивать. А ну сейчас барышня, ну, увидела, все нормально, видите, у нее проходит, она видит, молодцом. Теперь я подожду, пускай тоже барышня, видите, женщины здесь наравне с мужиками как-то вот не стесняясь управляют автомобилем и все, и даже не только автомобилем, там и техникой, тем же самым трактором, тем же самым погрузчиком каким-нибудь, и, ну, работа, которую нужно ее выполнять, а не то, что там я с маникюром, я с педикюром, и это не мое, это ты там должен только работать, а я должна только сидеть, тебя там встречать, там благоухать и все. Ну, есть и такие женщины. Вот, так что... Ну, это, может быть, сказать, скорее всего, как бы, да, сельские там женщины, которые вот ездят, работают, трудятся. Вот. Ну, если семья, то, ну, вот так это получается. Вот. Да, такие зигзаги. Где-то будем еще где-то... зарулить. Я думаю, что, скорее всего, где-то есть какой-то выезд, заезд на автобан. Ладно, мы пока за этим трактором тоже щебень везет. Какую-то доставку, наверное. Вот видите, вот так вот что-то подсыпается, что-то подвозится, укрепляется. Сейчас высыпет его. И здесь же такой водопад справа. Так, легковая. Ты, может, чуть продернула. Женщина, она даже на меня не смотрит. Как красивый такой кадр. Эх, его бы сфотографировать. И возле этого водопада такая вот турбина стояла. То есть какой-то насос водяной вроде бы. Похоже, скорее всего, по этой улитке.
метров поверните налево. Так, ну и теперь здесь еще тоже зигзаг удачи. Заходим, все это, все четенько. Готовьтесь к правому повороту через 350 метров. Давай, давай, давай. И опять барышня, смотрите, проезжай, проезжай. Я думаю, что все будет хорошо. Некоторые автомобили стали, вот, молодцом. Ну, не так часто попадаюсь я, или я им попадаюсь. Давай, не-не-не, проезжай, проезжай, мадам. И опять девушка за рулем. А назад сдает. Сдал назад. Спасибо, спасибо вам, что вы такие классные. Через 100 метров поверните направо. И здесь тоже увидели, видите, через меня и не поехали. Через 100 метров поверните направо. Полтора километра осталось нам до точки дислокации. Да, конечно, дождик моросит, но я уже на него даже не обращаю, на эти щетки. Мне вот это вот все важно было. Спустились мы 540 метров. Мне все важно было, чтобы безопасно было и все хорошо. Вот. Это моя прерогатива, вот так. Ну не только моя, да. Давай, едь, едь, едь. Через 50 метров поверните налево. Так, вот сейчас бы стартануть, потому что автобус. Автобус слева, там справа. Ну, в принципе, где-то предприятие вот по правой стороне. Так, а он что-то пожарная служба. Что-то случилось. Ну. А это ихняя пожарная часть. Ну, может, проверяют оборудование, насколько все работает, то есть световая иллюминация, насколько, ну, что было все исправно, может быть. И 300 метров направо где-то вот здесь, вот пошли вот эти вот. Опять налево, ты друг подруга. Резко направо, ну направо. Блин. Готовьтесь прибыть в конечный пункт через 350 метров. Что-то она попутала, кажется, сено солома, да, где-то как-то. Лево-право, блин.
Ай. Надо тебя перегрузить немного. Так, и где-то здесь, даже не знаю, как название. Гюргштрассе 5. А, тиска какая-то. Типа тиска. Сейчас мы тебя найдем. Ну, в принципе, прибыли, друзья. Сейчас глянем, как, где заезд грузовикам. То ли сюда. Ну, скорее всего, сюда, наверное. Вот. Все, вроде. Сейчас пойдем, узнаем, что да как. Друзья, ну что, в принципе, я загрузился. Все порядочек, как бы, получилось. Что хотелось бы сказать. Да, вес небольшой. Скорее всего, предприятие занимается какой-то там текстиль, то ли какие-то ковры вроде бы делает, производит. Так, ось я опустил уже. Но самое интересное, что ни одна, ни вторая навигация меня туда не ведет. А, вот, перепроложила все-таки. Вот так вот. А то как-то непривычно было. Думаю, ну как же грузовики будут по тем серпантинам, по которым мы ехали. Опа. Кстати, надо мне сейчас ось как-то... А за мной автобус идет. Вот. Поедем мы направо сейчас. То есть мы как бы с левой стороны съехали. Вы в курсе? На следующем этого были. То есть, как я и говорил, то есть в... Опять это слово паразит, то есть должны быть дороги, которые заезды облегчают. Доедьте 1,3 километра. Налево 22 тонны, а прямо вперед это будет автобан. Где-то бы здесь сейчас стать. Может, я уже и выровнял. По-моему, я выровнял уже. Вот. Я думал, поеду через Инсбрук, но не так. Доставка, кстати, вот робот стрижет травку, он катается. Думал, буду через в сторону Вены, у меня выгрузка чуть ниже Вены, если так смотреть, ну, вверху Польша, внизу там Словакия, по-моему, или Словения, то вот именно... Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Как бы получается... что мы ниже там буквально будем выгружаться. Доставка такая 5 тонн, 5,5 тонн вес, вроде бы небольшой, нормально все. Ну как-то так. Топливо евро 30 31, даже вот так вот было. Внимание, стационарный радар, ограничение 50 километров в час. Вот, тут должны, внимание, скорее всего, радар, должны быть знаки какие-то. 50 километров в час. Внимание, стационарный радар. Итак, одна навигация меня вправо тянет. Она объезжает. А зачем мне вправо? Поверните направо. Если нормальная дорога, на вот она. В повороте поверните направо. А так бы туда, зачем мне ехать кустами этими? Проложить. Ну, типа впереди что-то там знак какой-то, 3,5 тонны. 3,5 тонн. То есть, как я говорил, опять же, то есть, вот одна была проехать по автобану еще лишних там километров 14, наверное, и вот заехал, и я по нормальной дороге, смотрите, какая дорога, и по ширине, и по всему. Это все нормально, да, знака здесь мы уже не видим, это видим старое все. Так, а вот видите, какой-то фермер, то ли капуста, то ли что-то было такое, готовьтесь, не знаю. Через 200 метров въехать на дорогу с круговым.
круговым движением, а затем съедьте, используя третий съезд. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя третий съезд. Не знаю, почему повели вот сюда, опять назад на Брегенс, вот на Мюнхен буду ехать. Потом там по 94-й, по 12-й дороге выезжай на А8. Недалеко от Пассау, по-моему, вроде так. Через 550 метров. Ну, там, да, недалеко где-то. И все, и поехали в Эльс, Линс и на Вену. Вот такой у меня будет маршрут. Так, это какой-то паркинг, не пойму, какой-то фирмы, наверное, потому что под шлагбаумами такими. И вот въезды, выезды, алименты, ну да, какого-то предприятия. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Проложить. Надо было, скорее всего, как-то не так заехать. Ну ладно, едем так, как едем. Правильно чуть повернула, ладно. Ладно, друзья, вот он, автобан под нами. И, наверное, все-таки поверну сейчас не вправо, как мне пишет навигация, влево, потому что вот там надо ехать в автобан. И так будет правильнее. Вы превышаете допустимую скорость. Ну вот видите, вот эти вот ровные площадки, ну кто-то бы уже сказал бы, да елки-палки, здесь можно строиться, застроиться, а видите, не дают. Вот на такой местности, скорее всего, так, не пойму, куда это, пам-парам-парам, надо читать, 3,5 тонны. Наверное, скорее всего, направо, а мы поедем влево. Ладно, друзья, ну в принципе... Такие вот моменты рабочие, да, попадаются. Ну, все, слава богу, все решается, все хорошо. Ладно, подходить здраво, с холодной головой, без всяких таких горячих дерганий там и нервничать. Да, бывает всякое. Ну, конечно, многое, я что-то так и не подаю вида, возможно. Но, да, это бывает. Я не робот, конечно. Что делаю все машинально. Все равно есть какие-то ошибки. Ну, стараемся, чтобы их вообще не было, избегать их. Вот такой вот. Едем дальше. Австрия.